Сейчас можете смыть или я прибегу? Крайне правая на багну. Так, протопошер, барбарос, прото. Протопошер, барбарос, беба и Миндалайс. Чего, вот остальные ранцевые. Напоминаю. Напоминаю, лужинки, которые вот эти, блядь, желтенькие кидаются, выходите с них. Они убивают, это, блядь, откидывают. Могут скинуть на борт. Слышь, Кирилл, у тебя есть хаспот? Нахуя мне на 10 только хаспот, объясни. В банке есть хаспот? Наверное, есть. Можешь посмотреть, я могу колду закинуть. Или в самолете я после корабля съебусь, куплю хаспот. Ты что, хочешь меня по ДПС обогнать? Да. Давай, амин. Заходи на это, напало. Сейчас, да. Ой. Пизда, где ты? Надо? Колбу потестить. Ладно, все, я без блэкича запускаю, он слишком долго ФК. Ну, у нас все. Нет времени, мы слишком много на леди просидели и долго собирали. Генерал Гречку и тонуть. Мунгики. Чалинга. Кирилл, ты мне ГП не начислил, Луксор. Я, да, этот. Я же сказал, за победу не буду начинать. Ну ладно. Ладно, мужики, сори, на вас сейчас выебу. Очень плотная пушка. У меня на этом дермич на том, как обычно. Да, ты на этом дермич танчит Мурадин. Все правильно. А, ну Плакич проебал свой шанс. Асус, кидай ролл. Можно я кину? Кинишь обмен. Нихуя Асус кидает ролл. Хорош. Можешь даже сейчас кинуть обмен. Он очень хочет. Только в лужу не заходи. Молодец, старается. Да он потный пиздец, Эваха. Согласен, красавчик Асус. Давай, дермич, лети. Блять, как тут стать, чтобы цель не было вне поля зрения? Такая же хуйня, бегаю, не могу поймать. Прыгаем. А знаете, почему он такой потный? Не знаете? Не мылся? Нет, потому что его Ваня зовут. Понимаете? Аниме. Все Вани гении, Эваха. Анимешники не лезли, кстати. Остаем или улетаем? Остаетесь. По два мага. Два мага заливаете. Два мага заливаете, две пачки оружейников, и потом съебываете. Он говорит, анимешники не люди. Ах ты ж курица, блядь, нахуй в огне. Стримеры тем более, блядь, как помолчи. Ах ты какой. Бля, негры пидорасы сейчас. Все понятно. Осуждаю. Обсуждают? Обсуждают. Чего там, съебали, нет? Все к нам стак. 28. Все будет дермить быстрее. Кто не успел, тот опоздал меня. Блять, сейчас еще будем ждать, пока маг, блять. Долго съебывали. Пока стаки скинулся. Все, дермич, лети. Да-да-да, ты понимаешь, он войну Кумуса назвал, блядь, просто Зебраджана, блядь. Ты прикинь, пиздец. Кого? Беба сегодня войну Кумуса назвал Зебраджана, блядь. Это ужас. Не падал. ГП, блин. Встаньте на пушку, пожалуйста. Теперь ты понял, да, почему я его узбеком назвал? Пошел нахуй. Ха-х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 а-
Ну ладно, Стас, только за ручку и взяться, и пойти вдвоем. Все ж нормально. Блять, Канда, че за хуйня, блять, я не понял. Тебя какой-то школьник, блять, подъебывает. Да вообще охуенно. Че, школьник-то, блядь? Да я образно сказал. О, я телепортировался. У меня что, голос пидорский? Да. Не-не-не, Беба, не слушай. Я понял. У тебя самый прекрасный голос. Я понял. Так, не обижайте Бебу, Беба да. Хорош. Они завидуют просто, хейтеры. Набирай, это все равно лучше. Так что все, Беба, прости. О, блядь. Ты номер два. Я, Беба, блядь, сам бегаю соло. Беба, знаешь, я тебе вот одно то могу сказать откровенно. Слышишь? Чё? Ты вот намного круче Ридиги, вот прям намного. Прям вообще намного. А мне вообще похуй. А, блядь, кот не хиль! Блядь, танк прилетит. Гирвин стаки не сбросил, а вы полетели на... А сейчас сбросил? А чё, оставайтесь там, блядь. Ой, блядь. Дермича хильте. Мага убейте, съебывайте сразу. Там зубы поднимите, дайте. Вы, блядь, вагоны, нахуй. Вам, блядь, все время нужно говорить, нахуй. Неужели, блядь, сложно? Убить два мага, потом съебаться, блядь. Или вы, блядь, посчитать не можете. Так в школе-то не учили считать. Нет, до двух. До одного только, да? Мы еще тогда учили в школе. Ну да, как вчера в обычке, блядь, разбежались, нахуй. Человек 6-7 отбежал, убежал, реально, блядь. А что у вас там обычка была? Трэш? Да нет, я по приколу решил сказать, типа взрывы разбежались. Ну так, типа. Хм. Кто смотрит вообще? Кто только слушает? Да, половина нахуй побежала, блядь. Разрешайте, сейчас маг вылезет. Бля, я что-то угорнулся. Бля, я что-то угорнулся этой хуйни вчера. Бля, ну нас еще сравнивать про обычку говорить, когда там все, блядь, сидят на чили чисто. Бентли самый первый бежал, я видел. Кстати, да, я самый первый рванул. Больше всех отдыхал, да? Да, на чили был. Чё, кому трекси покидать? Войду, войду нахуй, ну-ка. Да Войд не дамажит нахуй. Да заебал. Кидай мне, кидай мне. Мне кидай. Ладно, я Дэлю покину. Я Дэлю покину. Мне чё-то мало. Да у него посох есть, не кидай ему нахуй. Ладно, я ГМ скину. 19к дам. Там под лимоне, может, там что-нибудь перепадет. Ты видишь, что ШП больше одного, значит, ты всегда в АДК. Одноручный топор с РПБ. Это на фронт ДК или на что это вообще? О, на афли лока. Слышь, Кирилл, только поближе встанешь, чтоб я доставал. А вообще это бис на комбата, на левую руку. А, Рогиш, точно. Чё, я бы на ПВП взял эту залп. А что, там осколок разве? Я его не видел просто. Да. А вот это говно тоже, да, за ГП? Он же не видел. Сейчас сек у меня дропнул. Почему-то ошибка выбила. Че перед ним? Что там такое? Я тебя хилить не могу, нахуй. Я тоже не могу. Ну так Адель, ты не сравнивай там, типа, этот... Ну, в целках хэм же повышенный шанс. Там что-то с обычки вроде 25%, а с хэмки вроде 50%. Босс. Хорошее колечко. А не 75? Силовое надо брать. 90. В прошлый раз проходили с отделем, по-моему. Там почти 100% дроп. Как повезет. А что, тебе за вклады ГП убирается или как? Нет? Да что за хуйня, блядь, что у меня... Нет, ЕП начисляется. Нет, ЕП начисляется, ГП не убирается вообще. Ну да, бессмысленно. ГП же оно раз... ГП убирается, раз в неделю будет срез. ЕП и ГП. А сколько будет срез? 10%? 30? Нет, наверное, на 15 я остановлюсь, пускай. Потом, если что, до 20, ну, пока 15 будет.
Он ГП все время будет, ну, типа, но вряд ли в сентябре, ну, первого вчера был спас, да? Вчера 0 ГП у всех было, только базовая 55 соток. Ну, 5 соток, она же ниже не опустится, правильно уже? Сука, если меня сейчас еще раз нахуй крашнет Вовка, нахуй, мне на этот Сириус окончательно скрипит, блядь. Не, вроде нормально. Все тут? Сейчас запускаю ты. Реслина какая-то скромная. Бухнай, выруби своего, блядь, этого. Да, попугая, блядь. Мажете. В минуту 20. Это герон дает. Это за урон. Ну, да, а тебя разве чехи не было, Сер? Нет. Ничего, ты не брал. Я один раз пан. Да, чешки имба, да? Ну, он сейчас не падает. Они нихуя. Только для тебя сегодня положу туда ее. На пул в дермичат. Да, напоминаю, тут Гера, блядь. Ну, чтоб кое хил в ДД на самом деле спекнулся еще, блядь. Берсаж быстрая, блядь. Да успевай, блядь. А мы вообще ж в изи убиваем, типа. Мася, давай в кота прыгай, погнали. 30 секунд или сколько там, блядь, оставалось? Спеклись? Да, 28. 27. В прошлый раз мы в 5 хилов били в 2 танка. Прыгай в кота, передамаж. Рыба еще стоит. Щуку передамаж в коте, ну-ка. Мы в прошлый раз у нас ДПС. О, рыба вон. В прошлый раз, да, был ДПС. Хотя он последние пулы по леди нормально шли. 10. Ну, я по процентам на переходах на этот, на трэш, на выход смотрел. На пул дермича все. Он бегает. Блять, наконец-то я не танчу, нахуй, так заебал. Низкий ДПС из-за танков. Лагает, правда, пиздец. Начало боя. Кто-то танк побежал, сломя голову. Во всем виноват фонарь, получается, да? Да. И его попугай. Да, так и есть, это я. Пакостничаю. Шкодничаю. Ебаськи и просадки. На опыте невозможно убить. А вы на леди жаловались? Нет, тут больше... Ладно, тут хуже всего. Вот это прям вообще пиздец. У меня кринж происходит на экране. Что, трэш появляется просто с эффектами. Блять, залупа перестанет лагать нахуй сегодня, сука, дай побить босса, блин. Заберите эту хуйню. Ай, дерьмить забери. Я метку попытал тебе. Да чё за хуйня, блядь? Ну, пиздец, вообще кнопки не жмутся.
Не, это залупано. В прошлый раз я бил намного лучше, но... Вот это, блядь, на леди больше ломило. Долго живут. Я замечаю, когда они вырастают, больше начинает лагать. Ну, FPS. По-моему, один кадр в секунду, да, по ощущениям. У меня пищи 20, но реально по ощущениям, да, как будто... Ну, у меня 7, нахуй. Беде. Ну, по ощущениям, да, как будто один, блядь. Ебаный слайд-шоу, а не бой весь. Весь бой, нахуй. Можно сейчас поставить вертикал? Не, отключил эту вертикальную синхронизацию. Мне наоборот говорили, что из-за нее тоже пан... Ну, нет, она падает, но 60 FPS держит. Да, ну как бы она плавно сегодня все происходит. У меня все включено и нормально. Да, глупо, блядь. Пиздец, мне вот передамажу. Сколько там DPS? От обычной печеньки отказывайтесь, от героической отказывайтесь. Ну, обычную тоже. Ну, обычную, короче, можете не. У тебя 18.4 войс. Да было бы без лагов, я бы 20-ку давал, нахуй. Нормально. Заебал, 5 FPS. Лаги дикие. Сука, дай душу, падла, блять. Ну добрый здесь. Активировал. Красава, идем на чулку. Так, надо по луту, короче, серебра начать. Это хуйня надо кому-то? Бисовый, блядь. Фонарь на тебя. За бесплатно заберу. 50 гп. Будешь гнать? Ну как-то дорого. 770. Считаю нормально. А чё мы как шмотки? Как написано, да, так и будем отдавать? Ну, типа. Да. Написано, шов спек половину, мейн спек полную стоимость. А так, ну, по прописанному значению на шмотках. Ясно. Дальше это хуйня. О, вис. Тебе не надо дрыгать? Да, ну с ловкостью нахуй нужно на кашку. Не, типа я не, просто порол и этому даю кого прям больше. Типа таким макаром. Я не, вот мастер не хуйню стрельну. Лишние доны в пизду. И так лагаем. Клонок и рембрандт уже никому. Окей. Тебе байти отдал. Филиция клонок и рембрандт на ног хочешь, да? По-моему, он при черном. Да. Кольцо. Ладно, давай за сотку, да. Танковские. Беба наши мин.
Фонарь, бисовое кольцо не интересует? Нет. Ты за кольцом дарми еще обмен даешь, я что-то не понял. Нет, еще не было. Двухкрит кольцо. А, да, точно, сейчас подожди вернуться. Сколько там я тебе снял? 389. Как квест, блин? Неужели на ванку? Ну ладно. Как квест был в обычку? Ну, на отель. Квест сделали уже в обычку. О, yes. Нельзя же Гири делать, если в обычке сделал. Адель, да? На успех или ты на мейне чуть не могу понять. Плюс один, ладно, похуй. Давай, блин. Дальше с кем? Писать нужно? Нет. Писать. Да, она на тебя писает. Интересует? Ну, красивый, кстати. Прикольно. За токены 700 кг как-то дохуя, блять. Я вообще не хочу это лутать. Наверное, мне кажется, половину сделал. За топовый токен? Третий который? Да. Да, 738 ГП, это слишком дохуя здорово. Прописан. Бей, ну, давай половину. Смотри, на туре дохуя. Ну ладно. Кольцо. Тем, кому надо, просто роль тянул. Там уже будет. Кольцо повелителя. Мне еще с магикой гуля надо в токене вынуть. На мишку бы взял бесплатно. С груля 300, с этого можно и пополнить. Там пускай кольцо я уже отдал кому-то дармичку. Че-то пуха тоже за ГП, да? Да. Ну, типа просто я не знаю, куда ее всунуть, кроме ПВП. Ну, не знал в спектр. Не знаешь, куда всунуть, не роль. Пока будет. Похуй. Направо, да, сначала? Направо, на гнилого. Если им так же пособираешь трэш вместе с фонарем. Ну, слизни. Дальше обмен. Так, Фелиция не дал обмен Беба и... Беба. Ща я бегу, так, у меня из лута осталось вот эта вот хуйня еще. Мусор. Убилась. Один. Окей, давай обмен. За где? Я не вижу. Сейчас подойду. Ну как взял защитник? Декатанка. Вторые фласки можно взять? Можно. Так, леглась, а ты запуха. Блядь, дайте две фласки, пожалуйста. Я одну взял, блядь, и обратно ее положил. Теперь я не могу нихуя взять, блядь. Попахивать на ёба. Ну вон, смотри, там одна фласка ебана лежит. Я запаял.
Налепил гильду на фласку. Блять, нахуй одну фласку вообще, блять. Так, получается так. Владыка ужаса, Андель, Холи Шит, Протопошер 4, Арислин Фонарь 6, Щука и Насол 8. Я буду 9-м. Остальные все под боссом стоите. Это тех, кого назвал, это вы стоите по кругу, ну вокруг типа. Выходите с луж и отходите от дни и держите рейндж. Ри, дай, пожалуйста, фласку АПшную. Не могу взять. Дебаф. Что ты хочешь, Фонарь? Сапрот. Какой нахуй тебе сапрот? Спасибо. Зачем он я тебе? Я со слизнями вожусь. Нахуя он тебе? Ну, чтобы меньше меня хилили, чтобы меньше получал урона. Блять, короче, дебаф диспелите только с тех людей, которые стоят за пределами. Это Владыка Ужаса, Холи Шит, Адель, Протопошер, два ханта, Бесмун и два танка. С танков там, смотрите, можете сразу не диспелить. Так, рыбу поставил. Блять, вы уже третью фласку пьете, нахуй, я только вторую, блять. Там первый сорок. А что, ты алхимик? Или потому что на леди не пил? Он курица на ударе жил. Да, на ударе. Ну, удар мечу снял ГП еще. Да, все норм. Так, все, давайте разошлись и поехали. Тех, кого не называл, стоите, просто пинайте босса во фрейме, ждете команды, когда разбегаться. Для самый главный момент. Да, тихо. Самый главный момент. Этот, блядь. Выносите, как его, блядь. Когда, говорю, разбежались, да, взрыв будет. Выбегайте в ту сторону, блядь, с которой лужа не льется, блядь, сколпно. Не забегайте в лужу. Все, давай отчеты дали, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, если могла морду еще, блять, 135 лямов сделали. В прошлый раз больше было, 140, то 146 уровень. Забывали, блядь. А, и слизни там аккуратно не поворачивайте в рейд, чтобы они, блядь, там не плюнули. Забыл сказать. Первый большой мой. Сейчас иду. А хилу можете пока не диспелить. Ну ладно. Не своди аккуратно. Я разворачивал его, не своди. Тут не плюнул время. Так, на ком маленький там есть? На Владыке уз 600 должен быть. Должен. Владыка, ну-ка подбегай ко мне немножко, мне, в мою сторону. Владыка, ко мне подойди, ну вот я прям рядышком звезда стою. Я туда в лужу не пойду. Ну левее, блядь, еще. Своди слизни. Арислин заберешь твоего следующего? Ух ты, блядь. Ахилл просил щуку, да ебаный в рот нахуй. Да щука, блядь. Так, лужа разливает, аккуратно. Ну, щуку без собрать. Да, ему и СС кто-то дал. Ладно, дайте этот ребаф по ханту. У меня это, маленький слизень за мной прям бежит. Свел, да? Нет, еще нет, он, но он бежит. А, вот, прекрасно. Владыка, давай. Хорош, Владыка. У меня два стака.
Смотрите, плевать неаккуратно. Масю прохил. Щуку прохил, сейчас опять сдохнет, блядь. Заебись, я в итоге сдох. Ой, дай БР. У нас по два стака. Я вижу. Молодцы. Рибах по локу дать. Да, щука и НСО вам надо было саппорт купить, реально. Меня блядь попросили на связке. Матча прохил, на нем дыма. Большой слизень там. У меня три. Я вижу. Ложу. Сейчас газ будет аккуратно. Его реслин три. Молу прохил. Два маленьких. Ну дай. О, блядь. Так, реслин три. Один мелит, другой вот, на инсенсол. Сведи инсол, пока нету газа. Можешь мили подбежать. Прохил. А чё вы урон так лутаете? Хилы, блядь. Этот. Пиздец, блядь. Стойте между ног, блядь. Не лутайте лишний урон. Маси, дай БР. Так. Забери больше. А, стоит. Нет, нет, не надо. Что не надо, блядь? Там два стака. Сейчас взрыв будет из-за него. Блять, ну вы пиздец нахуй, ребята, нахуй. Своди тогда вместе с Арислин, сейчас скажу, когда. Потом заберете мне слизни. Дай сокру этот фонарь. Прямо да. Сейчас. Прохил. Сейчас газ будет, после газа. Все, сводите. Лужа. Дай сокру, Люксор. Прохил. Взорвали. Так, сейчас готовимся убегать с своих мест. Убежали, убежали, убежали со своих мест быстрее. Блять. Хуёво бежите. Прохил. Все хилы сдохли. Красавчики лучшие. Просто молодцы. Да, я думаю. Наверное, нет. Пизда уже. До хуя хп падайте. Чтоб ты понимал, у нас так, я понимаю, что большой снизюк стоял в миле зоне и хуярил хилов всех. А мы понимаю, больше не могли взять, у нас был взрыв был раньше времени. Мы могли взять, там один стак был, второй стак появился только потом, нахуй. Это вы профакапали, нахуй. Второй стак появился спустя, наверное, секунд 8. Как мне что-то саппорта выпить? Хантам обязательно надо, да. Да и хилам не мешало. Я выпил, мне нормально. Вообще, не вставай, блядь. А что ты Адель убежал, надо было масрез давать оттуда. До дальних не достанешь, возможно. Да, до дальнего не достал. Блять, вы заебали со своими пати нахуй перекидывать. Ну это пиздец, блять. Нахуя? Кто это просит? Потому что, блядь, продиспелить не могут люди, нахуй. Да. Вагоны, блядь. Ой, блядь, кто там еще? Дель. Фонарь. Грибу поставил. Вот, вот вам первое и второе пати, кроме дырмича. Это тех людей, кого надо будет диспелить. Квакозя, борда СС по щуке.
А если закинуть вместо лока и пала двух хантов в первую пати, то они будут отхил от шпшников получать, наверное, профитно будет, как думаете? Так они и так отхил от шпшника получают, то модель с ними. Они от одного, а так от трех будут получать. Будут в три раза сильнее отхил. Ой. Да, Ридара нет второго. Это все, скажи спасибо человеку, который не может здесь палить так. Дайте саппорт, на щука, дай обмен мне туда. Где ты? Вон, вижу. Я не дам тебе Ридара. Тебя наебали на Ридара. Могу вот так только сделать вместо фонаря. Как раз таки лучше диспелить, потому что вам будет поудобнее. Все, давайте рычи на полумак и поехали. Все готовы, кроме Квакозябры. Все, давай, отчет, поехали. Главное во время брызгов диспальте дома. Когда нету брызгов, плохо можете не диспальте. Стой на месте, я сам сюда. Я все равно уже разливал. Блять. Маленький мили. Нажмите Геру еще раз. Щуку можно пока не диспалить. Щука, выйди быстрее, щука, выйди, блядь. Щука, там лужа разливается, сука, блядь. Вагон ты нахуй. Ты, блядь, смотришь вообще в экран? Молодец, что зубы скинул, бы сдох нахуй. Он, блядь, вообще нахуй в монитор не смотрит, блядь. Ебать. Аккуратно маленького, не сиди с большим. На ком-то маленьком, на щуке. В милизоне, по-моему, блядь, один. Это пауэр еще. Я веду. А, вон щука, блядь, тут лужа разливается. Я тебя блюю. Арислин, сделал маневр. Очень долго сводите слизней. Или большой. Вон большой еще один появился. В миле идет. По два этих стака. Вены. Ладно, сейчас будем баг делать скоро. Забирайте большие. После газа и брызгов следующий. Готовьте, сейчас будете сводить реслины фонарь. После брызгов сразу. Служу вышли. Все, сводите. Сводите. Ну, сейчас и немедленно же ползут. Я вам сказал заранее. Два стака теперь у нас. Мы багнули. Угу. Просил газ. Арислин забирать пришел. Что-то как всегда мага люблю. Хуйню, по-моему, люблю. Заберешь еще одного? Лужа.
Мулу прохиливать. Маленький слизень на... Инсейн. На инсейн, инсейн на прохил, сейчас умрет. И Блэк еще. Нет. Серый дайпер по нему. Сколько там стаков? 3. Еще одного и надо прочистить. Двум химами. Ого, да. Сейчас в мили будет. Готовьтесь, забирайте большого, готовьтесь, сейчас будете сводить на следующий бурит. Готовьтесь, сейчас будете сводить. Начинайте сводить уже. Сводите. Заберите большого еще одного. Взрыв. Взрыв. Приготовились. Все, разбежались, разбежались, ушли со своих мест. Дай сокру. Бля. Да. Это хуево, конечно. Я сейчас сдохну, скорее всего. Нормально. Все, обратно вернулись по своим местам. Айсбаун, дай дермич. Сведите маленьких. В милизоне большой появился. А, два стака дали ему. Ну похуй, блядь, своди. Или Арислин там забери, мы что-то взрываем. Арислин забрал. Газ сейчас был. Фонари, протопошер, Арислин. Лужа. Арислин заберешь. Брызги прохил. Так, следующие мои все. Арислин 4. У тебя сколько? Один. Значит, на следующих готовьте, сейчас будете сводить на брызг. Сейчас брызг сделаем. Потом больше, потом будет хуёво. Нам сложно сейчас будет сводить. Я в брызгах еще. Ну ладно, вот следующие брызги. Сейчас готовьтесь. На следующих брызгах будете сводить. Прохил. Скажешь, когда? Ну, брызги начнутся. Блять, уже нахуй взрыв. Ебать вас, урод. Разбежались, убежали со своих мест быстрее. Дай сокру, Люксор или кто там, блять. Арислин, ой, блять. Пизда мне сейчас. Долгим на хп. Верните под босса. Ебать вы нахуй сводите, пацаны, блять. Мы не свели, вообще, там маленький появился. Пизда. Дай сокру еще продли. Ладно, похуй, нормально пойдет. Не спать, что забьем нормально. Все, блять, бейте босса. Прохиливайте вам. Ты ясно. Почему травма Гер не падает? Уже падал. Че, Кирилл, я кинжал за нитую, дай сразу за ДПС. Не падал, не падал. Да, может, я... Нет, травма не падал. Бля, запах выкинул. Был. Я его уже разраливал, ты легалась, проебал вспышку. Я его фонарю предлагал. Он почему на хас? Он с меткостью же. Мула, в шопе спекайся. Это босс. И дермич в ДД может спекаться. Фонарь пускай все болтанчик. А нет, стоп, подожди. Как тени будет. Ладно, все, будет в танке, похуй. А у Легалайса же есть фрост. А, ну, спекайся тогда во фрост ДК, этот дермич хорошо. Легалайс, пацаны, вон холики стоит. И два эти ММ я подаю, все. Влепали своим паровозом. Погода. На туре, блядь. Ну, я игрушку купил, сейчас. Сука, чухольщики, блядь.
Все, пизда вам шум, паровозик. Так, Люксор, стоишь все время в печеньке, Ридига, стоишь все время в крестике. А, ну типа ломаешь? К ним, блядь, вы только за спорами нахуй приходите, потом уходите от них. Они стоят тупо хилят. Их никто не трогает. Ребят, я только, пожалуйста. Я только могу по манику сесть, если не в Асус, а ты кровь поутал? Ну иди тогда в мелизону, хуй с тобой. А этот, тогда мула, мула твой будет. Что там, печенька, блядь. Кирилл, может, пельмени отходить? Чё? К меткам. Я нихуя не слышу, тебя там Рид перебил. Чё ты хотел, Холь? Может, Асусу протомнуться быстренько в Долорана, чтобы он кровь поутал? Так поздно, уже босс убит. Уже нельзя. Так, кровь-то осталось там, нет? Он уже... Он не полутает уже эту кровь. Да. Ни у кого же квеста нет. Это надо было, чтобы у кого-то квест хотя бы на грани. Странно, что я могу полутать ее, хотя у меня уже осколки идут. Эти пристабах. Если я возьму, я передать ее смогу? Нет, наверное. Да, в следующий раз полутает. Все равно у нас есть люди, Забучки. Которые решаем собирать. Это не проблема. Короче, это было бы. Рэндж держим, с пельменей выходим и, блядь, не блюем друг друга нахуй. И споры, блядь, в печеньку крест одна милина. Все как по стандарту. Да, я блокич перевел. А, почему? Подождите, блядь, да вы заебали. Почему вы без когтей, если дермич, блядь, во фросте должен быть? Дермич, ты же сказал, блядь, во фроста спекнешь. Ты же сказал, что у тебя есть фрост. Ну тогда, блядь, оставайся в ГДК, нахуй, с когтями, блядь. Погоди, подойди назад чуть-чуть. Бентли, дай под босса там, пожалуйста, не достает. Сейчас. А почему Легалайзе не спекнуть во фроста? Потому что у нас анхолика не будет, блядь, будет что-то только ШП. У нас 5 ШП. Могу на ШП зайти. Да, в билде танка пойдет, все окей. Даю отчет. Ой, блядь, точнее, давай сам отчет. Не буду читать. Кирилл, можешь чуть-чуть вправо? На пул фонаря, на пул фонаря. 2, 1. Пельмень летит. Блять, в меня нахуй. Сука. Ладно. Бентли, нажми Геру, пожалуйста. Да, нахуй. Заскриньте, блять. И вырежите нахуй. Съебись, еще один сейчас на. Да, пачка. Пизду, лучше бы я отошел нахуй. Охуенное начало, сука, впервые нахуй, за сколько в WoW играю, нахуй, вот, у меня такого хуевого начала еще никогда не было. Пула, блядь. Или мне рада, да? Танк это мили сферу. Мили. Это ебануто у них про траекторию этих пельменей. Там лужа появляется, когда он должен упасть. А, куда он хочет упасть, да? Да. Ну, пойдем, потом пойдем принцов ковырять. После тухнул. А чё, профа нет? Не, потом не хочу его ещё. Мне кажется, на профа у нас больше шансов. Потом поговорим, давайте потом. Готовьте сетка гниль. Дай себе просто. Массакру дам. Вагоны. Пизда нахуй. 400 хп осталось, блин. Сбросил. Мася дай ЖБ по крокозям, бро. Умели. После того, как проблею. Сносим или нет?
Сносим? Да будет, ей будет едкое гнильщу. Да хуя проебали, я два пельмени подряд слоил. Рибаф лока. Мелизона, мелизона падает. Кокозябр, отойди. Танк летит, фонарь, бах, блядь. Я танк. Мне можно, да? Тебе можно было, мне тоже. Я не специально, так получилось. Вынесли. Все, одной скорой хватит. Сейчас ты станем, блядь. Надеюсь, я переживу. А я две подпущу. Я думаю, не хватит. Да, ну мне кажется, такой же урон. Как бы, Мелизана. Ой, блядь, а нахуя я спору? Я хотел вообще без спор потрястись. Ну ладно. Со спорой? У меня сейчас одна спора была, мне осталось 400 хп. Он без спор бы умер. Нет, там шилдика не было. Сейчас это можно было шилдика. Темной магии же. Ну так я нажимаю, но я же говорю, 400 хп осталось. Сокрой и одной спор. И плюс свои прожим. Давайте дамажьте. Сейчас персонал будет скоро будет. Да? Это тема под боссом. ХП, охуеть. Пою. Племени в ханта. Сейчас здесь просто перед едкой гнили и ФПС упал. Да вообще. Я не знаю. Они, суки, пидорасы, еще хуже сделали. Лагает, я ебуна. О, я, кажется, знаю, что я сейчас заберу, блядь. Я же говорю, коллекцию добавили, ФПС упал, ты же знаешь. Ты сейчас заберешь, а потом статыка тебе на лук упадет. Чекай. Не заберешь, Кирилл. Я забираю тапки. Ходит шейф, не позволили, да? Ох, блядь, чуть не забыл высказать душу. Типа да, надо тоже лутать шмотки с умом, потому что сейчас реально как бы залутал шмотку, вот, допустим, же самый наруч. А статыка упадут и в мусорку. Идем на принцов. А ТТГ разве не по консулу? Ну, по консулу, но счастье, все равно... здоровье, любви, удачи. Позабрать, а потом поменять их сразу же. Ну да, да, да. Во сне много не пукай. Еще раз, ТТГ же по консулу без ГП вроде как. Да без ГП, типа, но... Ты это зато потеряешь просто так. Ну, представь, кого-то можно было другого одеть с рейда, а ты просто полутаешь... Ходишь в ТТГ, блядь, лутаешь ровным счетом, нихуя нахуй. Вот ну, смотри, нравится. Следующий рейд упадет на локу специально. Что ты ходишь пиздишь, у тебя наручи есть, нахуй, причем с первого КД, блядь, у меня нихуя нет. Вы имеете в виду тот слот падает, который в ТТГ с чаркой, типа здесь не лутать за ГП, да? Да. Угу. Типа хилам лучше таким одевать. Надо думаю. Список составить шмота, нахуй, чтобы скажи, мне просто лошадь. Скажи ты Аршами, которая, блядь, ни разу тринка не падал вообще. Развели балаган, тихо, пошлите этого бить. Ну, трэш, блядь, квест все равно не сделали. Печеньку ролили, кстати? Нет, еще не ролили. Ну, я думаю, половина ГП, 730, дохуя для него. 350, я думаю, надо прописать будет. Вопрос с этого ГТ прописывать или со следующего, смотрите. Лучше пятихатку сделаю, чтобы не было почистить. Хорошо, а печенька, которая хэмбочка? 350, это мало. Тихо. Да, ну давайте, ладно, давайте 500. Ну просто, блядь, я у вас спрашиваю, интересуюсь. Ну, я ее по-любому буду мешать, ну уменьшать, потому что 700 ГП это прям очень дохуя. Ну пятихатка, вот мне кажется, самая нормальная, да. 500 нормально. Да как бы три салака там одна печенька. Мне сделать ее тоже чересчур дешевый. Так-то шмот ты самого убийства получаешь. Когда люди вообще не будут шмотки лутать, а будут тупо копить приор, чтобы залутать эту печеньку. Ну пожалуйста. Найдутся люди, кто будет эти шмотки лутать. Ай, спасибо. Я в стане стою. Хорош, блядь. Фонари, нахуй.
Фонарега гуд. Так, ладно, давайте я разрулю тогда. Печень. Да хуя желающий. Ну рольте просто, кому надо. Просто рольте. Сейчас была магика, будет печень стоит. Кулич такой сидит, смотрит. Ну ты нахуя серый рулишь? Он ботинки хочет. Не, я ботинки не буду. А, не, не надо это. Я думал там ХМ, блядь. Реслин. Реслин обмен. А он зато, да, печенька упала пока? Так, у Реслина 69 приор. Сколько сейчас будет? Да, одна. Мы же только одного убить. Бах, 3-4. О, половина приора срезалась, 500 ГП. У меня не обновилось. А, во. Полечить на первом. Блядь, надо срочно сливать, а то гильдия распадется. Стоп. Ну вот, как раз на плечники на тебя уже. Давай. Ну, сапоги сейчас заберешь. Да сапоги, ну блин, ну ребят, ну подумайте. Не, на этом КД вообще, блядь, по-нормальному надо вообще закрывать уже полностью и... Ну, лечаем именно. По-нормальному, по-хорошему. Но люди, блядь, не приходят. Ну. Сука, я завтра сутки последние, в субботу. И все, отпуск. Я тоже завтра на сутках. У меня завтра, скорее всего, не будет. Что-то может быть, субботу на воскресенье перенести? Типа, мне кажется, побольше народу будет. Типа, перед понедельник. Я с воскресенья до вторника выезжаю. А, ну всегда так, видишь. Пока не закроем, нехуй, не расходимся сегодня. Значит. До утра ебашим, да? Да, до того. Не, я до двух, и, типа, ухожу. До 12 ухожу потом. Да, мы прикалываем. Да, выспаться, завтра хоть на смену выйти попробовать. Что, на работу устроил? Ай. Угу, курьером. Я хотел сегодня работать, но я что-то смотрю время такое, типа, думаю, надо лечь спать, смотрю, время 13 часов, 13 дня, и все. А мы хилили тебя, хуй ты сдох. Ну что-то вы не хилили меня, раз я умер. Да нет, ну, какой-то не нажал. Просто мягкий. Какой мягкий? Просто у тебя тут Деза лутал откуда. Своровал у кого-то, походу. О, вот, вот мужчина просто, альфа-самец. Не то, что вот остальные. Он единственный, кто рад меня видеть в целом. Подлил защиту. Не в целом, а в общем и целом. Так, это, слышишь фонарь? Или кто там, Рид, интересует бесплечным? Да, да, подуши меня, блядь, давай, плечами, которые с ТТГ падают тоже, блядь. Ладно, наручи бисовые интересуют. Забирай, Рид, я не... Наруч хороший. Да, я, кстати, насчет думаю. А сколько они там выдают? Набирай, ты чё? Если один будешь ролить, то 190. Если кто-то ещё, то 389. Я не буду роли забирать. А давай, похую. Ребят, по поводу, кстати, чарок с Толгорода. Чарки с Толгорода падают с, блядь, таким минимальным шансом, что конкретно на тебя упадет на твой спек чарка. Что на это не стоит рассчитывать. Роль все шмотки, нет, и потом, нет. Если выпадет, тогда поменяйте, на самом деле. Ну, представь, выпадет, ты что, и минус шмотка, что ли? Трэш, пошли. Не выпадет, ты будешь ходить без шмотки. Ребята, успейтесь напиздеть, трэш бейте, нахуй. Прием, блядь. Олич? Олич, нажми ролл. Полепши хотел эти сапоги, но где он? Бля, есть? Мужики, у меня одного лагает. Олич не хочет? Нет, там владыка он забирает. У него больше прет. Владыка больше, чем у тебя даже? Да. Мужики, не, реально, просто нормально. Если упадут ноги, блядь, то... Ну, как вы сами решаете, но я бы сделал вот как бы... Вот, поступил бы хилам каким-нибудь, который точно ничего там не будет проголодать. У которых нет шмоток. Допустим, вот а у меня... Наручи, ноги и что там еще, блядь, и руки, и все. Вот понимаешь, это, даже и... простые ноги с ТТГ, да, там, с чаркой, там, молодые будет лучше. Ну, с чаркой они будут 100% лучше. Наручи 100% лучше. Ну, это дело, и ноги тоже, ну, ботинки тоже. Какой шанс выпадет чарка на тебя? Да даже если на меня там выпадет
Чарпа на крит. Забрать бы, увидеть в луте нахуй хоть раз, блядь. Ну когда-то она выходит в любом случае, так что... Нет, когда-то бы... Ушли кому-то магу нашему же, кому-то нет СТГ? Ладно, этот серый бис, блядь, на Медведина. Нет, кому давай. Бля, мужики, пинг у всех нормальный? Или только у меня, нахуй, писал? Я нормальный. У меня два раза... И на все это пропало, он писал что-нибудь или... У меня 2000 пинг, нахуй, я не знаю. У меня 600. Это пиздец. Это Войд говорит? Да, это Войд говорит. Пинг, пока на соло заходит, мне там что-то позвали. Блядь, у нас 24 минуты. Или не будем делать? А, кто будет? Мы не делаем. Блядь, на соло вообще зайдет. 137 лямов, нахуй. 137, сука, а 146 было, да? Угу. Все равно дохуя, но все равно дохуя. Очень много. На принцах 137. Сука, я их, блядь... Ладно, я промолчу, блядь. А какие тут различия от обычки? Бегать. Одеть нельзя. Для сэшкрил, я там скрин скинул, не знаю, он мне что-то лагает, нахуй. 1700 пинг, блядь. Где НСОЛ, блядь? Ладно, пошлите пока навалит различие. Ну это пизда, блядь. Аля, не проблема, нахуй. Сделай камень. А, ты, блин, на это. Фонарь. А. Ты же можешь на П камень делать? АП вроде бы давно делал для тебя. Только да. Сердолик. Да, у меня есть, я все купил. Ну, если ЛК камень не откопаешь, я сделаю. И сердолик. Так, там арестин еще вроде может делать. Арестин, сделай на П, пожалуйста, камень. Кто куда, а я пошел. Спасибо. Ебать. А там как? Вот если падает, допустим, тканевая шмотка, то на нее никак не будет чарки классовой на друида? Нет. Нет. Только общая чарка может быть. Там типа 4% вот это вот силы крита, 2 крита, СПД. Говно ебаное. Сука, ну нельзя было одну какую-то шмотку, блядь, или кольцо какое-то, блядь, сделать? И чтоб там тупо пояса только падали, блядь. Сегодня выпала чарка на кольчужного на ханта с РПБ на двойной шанс в миле атаки. Это на Энх. Ну так это на Энх, ну. Да-да-да. Не, пацаны, это на ханта, вы не шарите. Это РПБ Энх. А чё, хан двойную атаку не дает, что ли? Да, она не нужна. Миле атака написано. А чего косты не кикаете? Палка будет бить, подходить. Я вообще сейчас чарки, я не знаю. Если еще раз каст прилетит, который контролит танка, я за себя не ручаюсь.